Мне посчастливилось видеть Наташу лично всего один день. Но этот день я буду помнить всю жизнь. Что можно о ней сказать по впечатлениям этого дня? Она, знаете, как Пушкин на Татьяне сказал, все тихо, просто было в ней. Вот именно так в Наташе. И в ее стихах также. Негромко, тихо, очень добро, очень исповедально, очень искренне. Все, что пережито, все, чем болит душа, о чем болит душа. Ну, это вообще свойственно каждой поэзии. Я вообще, вот знаете, когда беру томик стихов, и вот если раньше было так вот, нравится, не нравится, сейчас нет. Сейчас я по-другому оцениваю. Знаете, когда нет озер надежды, красоты вот этой вот, красивости нет, вот простые бытовые слова в такую, складываются полную глубины и смысла картину. И вот тут начинается поэзия настоящая. У Наташи она, да, настоящая. Знаете, долго говорить не буду. Я возьму одно стихотворение. Ну, всем нужно высказаться. И знаете, как-то спонтанно оно не всегда так получается. Я, как правило, вы знаете, хорошая, знаете, такое, хорошая мысля приходит опосля. Домой приеду, будут, что ж, я не сказала. А пока вот так как сказала. Книга начинается венком сонетов. Я вообще очень люблю вот эти венки сонетов читать у многих поэтов. Вот. Ну, знаете, в чем заключается, что последняя строчка первого сонета, одного сонета становится первой строчкой следующего, и так собирается вино. Я заключительный сонет прочту. Маленько, солнышко, мы тут должны оставить наши. Ты это друзьям хочешь, которые обращены, да? Да? Мы его читают. Я понимаю. Дело в том, что мы совпали со Светланой. Да. То, что я выбирала «Игра в слова». Вот, тоже мне очень нравится, но Светлана уже прочла. Но дело в том, что мы читаем по-разному. Вот. И я думаю, что ничего. Ну, одну строфу, прочти одну. Именно, один заключительный сонет. Уже неужели вы думаете, я весь вино буду читать? Нет, конечно. Моим друзьям и нынешним, и бывшим, моей любовью, кто хоть каплю рад, моей любви, простите, моей любви, кто был хоть каплю рад, вам. За мою любовь, меня любившим, я посвящаю этот снегопад. Ночной, тишайший, нисхождение света, космический, из бездны в никуда, рассыпавшийся искрами привета, как поцелуй души через года. Вам, падавшим, парившим и взлетавшим, готовым к битве и от битв уставшим, познавшим нищету и боль потерь, на первый зов всегда спешащим к другу, и в ясный день, и в сумрачную вьюгу, чтоб ни было со мной, открою дверь. Вот такая замечательная Наташа, я ее очень люблю. А вы не представились? Ой, я сейчас... Нази юрист. Да, юрист фамилия. Юрист фамилия.